8 утра. Доброе утро. Встать, пойти в душ. Никуда. Выпить чай. Все. Время 8:30. Смотри вниз, прыгай с нами в карман весны. На часах сейчас 9:23 уже, обалдеть. Нам нужно. У нас сегодня в планах сходить в секонд, который здесь неподалеку. А сейчас нужно еще и найти место, где позавтракать. Потому что у меня из завтрака только шоколад и креветки вчерашние. И сыр с плесенью. Я пью зеленый чай, сижу на балконе и смотрю на людей снизу. Смотрите. Сегодня мы идем пить пиво. Не идем сегодня. Мы идем пить пиво. Мы идем реально пить пиво? Мы идем пить пиво. В смысле? Ну вот так вот. 5 минут и она будет. А сколько прошло уже? 7. Видео, знаешь, с анонимными свидетелями преступлений лица не видно. Будет еще голос так вот. Надо еще татуировки скрыть. Не нервничать? Да не нервничаю я. А вас и там, и тут снимают. Как так вышло? Вон она. Господи, вон она. Ты видишь? Сори. Да. Что, я такая долгая? Требую объяснений. Вот он. Вот я. Она. Ja, du bist alles, was ich brauch, wenn ich dir in die Augen schau, dann bist du alles, was ich brauch. Ich weiß nicht wieso, du machst mich so glücklich und dein Lachen ist so richtig für mich.
Glaub mir, ganz egal wo ich grad bin, ich nehm dich überall mit hin. Ganz egal wo ich grad bin, ich nehm dich überall mit hin. Ganz egal wo ich grad bin. Ganz egal wo ich grad bin. Ich nehm dich überall mit hin. Ganz egal wo ich grad bin. I got you under my skin. Du sagst mir, dass du mich vermisst. Ganz egal wo du grad bist. Du sagst mir, dass du mich vermisst. Мы усатые. Было принято коллективное решение отрастить усы. Теперь мой видеоблог. А мы в метро. Я украл у усатого человека, усатой женщин телефон. Короче, чужие телефоны так легко. Очень. Я не привык одной рукой работать. То, что я живу один, ничего не значит. Она снимает блог, как я снимаю блог на не свой телефон. И в программе «Загадка дыры». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами я. Хорошая лунатика, Ричард Сапогологом. Дамы и господа, добрый вечер. С вами подкаст «В мире животных». Мы сейчас находимся на Новокузнецкой, в Южной Рюмочной. И я ору вам в ухо, потому что здесь нереально громкая музыка. Сегодня мы здесь удивительным составом. С вами я, Дед Диабет. С вами Рада. Рада сегодня не рада. Рада сегодня с прекрасными усами, в великолепных очках. Как всегда прекрасна моя мать, кстати. Также с нами сегодня Екатерина. Йоу! Екатерина флексит. И Антон. Но Антон, он сейчас вернется. Я непроизвольно тащу маленькие предметы в рот. Очень хочется целоваться, честно говоря. Но нет. Но это было бы глупо. Как минимум, потому что мы не... Какая же она дерзкая, вырывает у меня микрофон из рук. Какие дерзкие нынче пошли девушки с усами. Да, из Удмуртии. И в очках, и из Удмуртии. Мы сидим очень далеко от диджея, но здесь пи***а громко. У вас отпадают усы. Как вы можете это прокомментировать? Без комментариев, дамы и господа.
Это прекрасно. How do you feel as the start time approaches? I don't feel at all. Like... Ребята, усатый чай. Какой кошмар. Ну, короче, усатый телевизор. Такого вы еще не видели. Друзья, усатая розетка. О, господи, какой кошмар. Ребята, усатая ложка. Умные мысли преследовали ее, но она была быстрее. У меня хор не отпало. Это глаз. В принципе, у всего могут быть усы, если добавить усы. 5, 4, 3, 2, 1.